Оставь платье. Сейчас где-то выкинет. Отдай платье. Отдай. Я тебя укушу. Ух, гамадрила несчастная. Папа, папа, мама, платье красивое забыла. Зачем оно ей? Скажи, ей замуж не выходить. А мне, скажи, нужно. Ну, мостики какие, да? Угу. Мосточки. Загнается, обнимает Степку. За талию держит, так не грызем. Ну, прямо красота. Друзья. Совсем, совсем скоро Люся, пряничек. Поехали. Люся. Люся, Мане дай. Манечка. А Маня раз и спряталась. Правильно. Вместе с пряником. Лучше она у тебя там под курткой. Съест пряник, чем у нее его отберут. Ну, диву даешься вот этой, вот этой компании. А у нас, смотри, три львенка, три обезьянки. Угу. Под львенка уже четыре. И обезьянки тоже четыре. Здесь ну, четыре. Уже... Мальчиков пристроили, да. Это уже, скажи, не наша обезьянка. Не, у нас будет свой прайд, да? Да. Тёпа, Маня. Ну, к сожалению, вряд ли, скажи. Люся, не дай. Что Или... там, что? Где там еще пряник? Ты пряника еще хочешь? Нет. Все. Нет, там дома есть еще, но много нельзя. Чуть-чуть. Это ж папины дети. Ты счастливый? Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто. Я счастливый, я не вру. Или как там? Что я счастливый уйду? Совсем, совсем скоро львы пойдут в саванну, друзья. Как только миллион набираем, а это еще скажу, это завтра будет или послезавтра на Человеке-Льве. Не пропустите торжественное событие. Выпуск Львов 2024. Будет очень интересный выпуск. Не такой, как всегда. Да. Будем держать интригу. А вот. Так что. Сегодня уже будет 999, да? Уже есть 999. О, и завтра? Завтра, скорее всего, будет миллион. Красота над самолетом и перекличка львов начинают уже распевочку. Жх! Полетели птицы. Сейчас уже вот-вот и тут. Что? Что? Что ты там мне? Так, оставь заколку. Правильно, иди к детям. Люська, будь человеком. Ага, почти содрала. На голове у меня прическа, как всегда, красивая. Это да. Как только с бибизянами сразу на голове полный сеновал.
Как они за долю секунд умудряются сделать мне прическу? Ага, сейчас они быстро искупаются. Люська пошла уже в воду. Все. Сейчас ты будешь весь мокрый. Только мокрый. Ноги грязные. Все, сели такие в одинаковых труселях. Мы готовы. Скажи, да, идти дальше. Такая раз, 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 Степку отодвигает. Ты чё? Ты! Ой, больно, кульбитку! Люся! Ну, это теперь просто когда подойдет. Отобрать фактически... Сейчас она окунет. Ай, твою маму! Иди сюда! Куда ты пошла? Умница. Постирала, как смогла, да? Да. Грязная Люся была. Мне понравилось, как она на лапах такая не поняла. А что это? Что это? Мокрое что-то. По воде, аки посоху, Люся. Ну что? Я смотрю, они уже накатались, нагулялись, настирались. Ну это же надо было. Ничего. Ей все позволено. Оп! Люсь! Так, нет, я... это у тебя ей все позволено, у меня нет. Ладик, она заколку мою стащила. Так, потеряла. Хорошо. Вадик, тебе их тяжело таскать. Давай я кого-то возьму. Ну, хотя кого-то не выйдет, да. Ну, давай всех, садись. Давай, я. Так. Идем в вольер. Угу. Люся домой. Люся! Пойдем. Да не буду я тебя бумажку забирать. Не буду. Нет там пряника. И вот так целый день. Завтра пойдем на горы сходим. Да. Пораньше. Кто там? Люся. Вечерние звуки тайгана. О, перекличка львов. Вот это да. Люся, прячься. Перекличка львов. Инстинкты должны сработать, Люсь. Не грызи. Ручку грызет, Вадь. Это ты со страха, Люсь? Маняха уже спит, фактически пригрелась там. Хохолок такой, как у Мангабея у нее сейчас на голове. Может, на суд покормим? Ну, зайдем. Сейчас покормим, конечно, подойдем. Щук кричит. Люся, вожак, вожак, прячь детей. Люся, прячься сама, прячь детей. Прикрывай телом. Белые вступили в перекличку.
значит. Прячут, да? Маняху, ты видишь? Где львы? Люся, везде львы. Везде враги. Все по такой, как бы, не реагируют. Кидаться едой в них будет? Или сама подкрепишься? Где семья? Где Насухи? Где Джоник? Где твои друзья? Узнаешь? Опа! Оп! Пошла. Что я вам сейчас расскажу? Где была? Что видела? Ой, вожак, скажи, кричал. Люся, ну, так где семья? Там? Или там? Ты не знаешь, кому? Красивым или к умным? Давай закроем сейчас. Давай. Кого закроем? Всех. Джонни? Ну, если успеешь. Все, да? Нет. Что нет? Степа, а по дереву? Давай, насыпай. Так вы сели на стол? Да. Опа! Степа, ну побеги, побеги. Степа. О. Вон Джонику пряничек, там кусок есть. Или Люське давай. Вон Люське дай, пока не закрыл. Где? Там вот, да. Вот, вот. Ага. Люся, да? Люся. Люся. Закрывай. Джонь, пошел уже вкусняшки, да, Джонь? Ну? Мама, что ты сел над златом чахнешь там? Угу. Делись Насухами. Дык-дык. Скажи, мама, все понял? Да? А, пошла же. Что? А ты отдал пряник? Да. Люшке, да? Джоня. Что? Что мой халюсик? Что мой халюсик? Да. Что мой халюсик? Что мой красивый? Ну, что ты не кушаешь? Там сейчас на сухе все съедят. А? Тебе лишь бы пообщаться. И пора. Смотри, коты поприходили. Ты мой халюси. Весь, да, совсем пряника дал. Угу. Джонни, я завтра принесу. У меня дома есть еще пряничек. Да. Мама, мама, ты с ним. Руки мои. Да, ты там уже закрыл? Все, давай, иди кушай, потому что на сухе он там сейчас все сметут. Люся, ну, пошел ли? Пошли мы. Да? Люся, пока. Пока, моя. До завтра. До завтра.